Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с уходом за волосами, а именно по стрижке волос. В данном случае представлена машинка для стрижки волос компании Philips 7000 серии или 7650 для того, чтобы подстригать волосы и ухаживать за собой, минуя, соответственно, парикмахерские либо барбершопы. Что из себя представляет данная машинка? Кстати, был у нас на канале триммер, который стриг волосы на теле. Да, тоже данной фирмы. Достаточно хороший вариант для того, чтобы использовать. Но в данном случае пришла машинка с аккумулятором внутренним. Единственный вот недостаток был бы варианты замены этого аккумулятора, было бы еще лучше. Кстати, здесь полный комплект, как вы видите. То есть помимо того, что поставляется сама машинка, здесь находится три насадки и также находится тканевый наплечник и расческа и ножницы. Причем это все заключается в футляр из материала. Давайте смотреть. Кстати, все это пришло тоже с AliExpress, тоже с Российской Федерации, достаточно быстро, правда, от официального представителя фирмы Philips, а именно магазина Philips. То есть вот в таком виде. Кстати, это тоже было упаковано снаружи в картонную упаковку, поэтому пришло все прекрасно в ближайшем виде. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Ну и давайте посмотрим бегло, что из себя представляет коробка. Ну, во-первых, что здесь может осуществляться, это о том, что постоянная мощность на любых частях волос. Дальше 28 режимов, имеется в виду изменение длины от 0,5 до 28 мм. Самозатачивающиеся ножи, имеется в виду для стрижки. Дальше литий-ионный аккумулятор до 90 минут работы и зарядка в течение 1 часа. Так, что из себя представляет машинка? Вот его комплектация полная, вы уже ее видели. Дальше, что здесь может осуществлять? Можно мыть ее. Есть индикатор соответствующей степени разрядки аккумулятора. И регулировка, ножи, есть турборежим, как осуществляется их взаимодействие. И продемонстрирован непосредственно сам мотор. Так, это все запечатано. Давайте вскрывать упаковку. Для этого воспользуемся ножом. Так, внутри ничего нету, только вот перегородка. Для того, чтобы у вас помещался данный гофр, ой, тканевый гофр. Кстати, очень похожий на монокуляра пиксель, только единственное, там размер поменьше и помягче. Так, внутри у нас находится непосредственно вот сама накидка наплечная, чтобы у вас волосы из нейлона. Кстати, давайте откроем, посмотрим, что здесь. Так, вот такого плана она. Есть соответствующие крепежи при помощи липучек и укладывается на плечи. Дальше сама машинка вот такого вида. Ножи можно мыть. Так, здесь 15 вольт 5,4 ватта и есть сетевой адаптер. Так, вот здесь кнопка включения. Давайте включим турборежим. И здесь вот идут переключения в зависимости от того, какой вы волос хотите оставить, от 3 мм до 15, либо с 28 до 16. Вот здесь вот насадка уже стоит при 15 мм. Кстати, давайте посмотрим. Ну, то есть вот так вот выдвигается относительно ножа. И тем самым осуществляется срезка волос. Она достаточно легкая, удобно держать в руке. Давайте ее откроем. Ну, здесь еще продемонстрировано, что можно мыть ее без проблем в проточной воде. И все.
Так, вот такие, вот такой ножик, самозатачивающийся. И вот такого плана ножи. Да, она, кстати, как я уже говорил, от 0,5. Здесь от 3 мм, но от 0,5, то есть непосредственно вот когда вы так вот используете эту машинку для стрижки. Так, дальше тут еще одна насадка. Это уже 16-28 мм. И еще одна насадка, это идет насадка для бороды, чтобы ее подровнять. Так, ну здесь не указано, сколько она сбривает. Ну, подравнять имеется в виду. Дальше сетевой адаптер такого плана на 15 вольт 0,36 ампера, то есть 5,4 ватта. То 240 вольт, ну 9-ваттная зарядка. Здесь около метра, полтора, по-моему. Хотя давайте сейчас раскроем, посмотрим, сколько длина. Чтобы не откладывать долгий ящик, посмотрим. Ну да, где-то около полутора метра, здесь сантиметров 70-75. Полтора метра длина кабеля для того, чтобы осуществлять зарядку. И как вариант, может быть, во время зарядки проводить еще и стрижку. То есть вам кабель этот позволит. Ну, если недалеко розетка, на крайний случай всегда есть у вас удлинители. Для того, чтобы все у вас было прекрасно. Так, дальше у нас документация идет. Тут на различных языках, в том числе и российский вариант, ну и другой, постсоветской языковая линия. Дальше здесь гарантия, по-моему, вот гарантийные обязательства. Ну, стандартная гарантия 2 года, но плюс год, если вы зарегистрируетесь в клубе. Дальше приложение соответствия, то есть сертификат действует по 26-е. То есть 16.03 2026 года с 21.17.03 с марта 17 по 21 по 16 марта 26. Окей, коротенечкая инструкция, что здесь осуществляется, вот продемонстрировано. То есть нельзя бриться, вернее подравнивать во время душа, не предусмотренную комплектацию, которую мы только что рассмотрели. А, кстати, вот здесь вот написано, то есть для бороды подравнивание 2 мм. То есть, помимо бороды, еще есть и для волос. Дальше, ну, стандартное, то есть можно даже во время зарядки осуществлять действие. Продемонстрирован, то есть аккумулятор, в зависимости от того, какая разрядка. Ну и в зависимости от того, какой тип, у нас 76500, 90 минут можно использовать, в течение часа заряжать. И основные действия осуществимые, в зависимости от насадки, как правильно осуществлять, не под наклоном, а чтобы у вас насадки были параллельно вашей коже на голове, либо на лице. Принцип, как достается, регулируется. Ну и промывка, как осуществляется. То есть промывать можно в воде, без использования моющих средств, просто вода. Так, вот такая коротенечкая инструкция. Есть ножницы, что-то они такие уж, не знаю, под лилипутов, имеется в виду руки. Так, есть расческа, ну, такая стандартная полосмассовая. Так, и есть, ну, дополнительная инструкция, дополнительная гарантия, если вы зарегистрируетесь в клубе Philips. Вот так вот. Так, ну, остается продемонстрировать, как это осуществляется действие. Ну, я уже волосы не буду демонстрировать. Давайте по принципу триммера. Кстати, до сих пор еще вырастает. У нас почти скоро волос не останется. Это действие. Давайте на другой руке. Давайте размер изменим. Ну, все прекрасно. Функционирует и действует. То есть вот можно увидеть на поверхности линеек
собраны волосы. Здесь. Ну. То есть вот такая вот машинка для стрижки волос. Итак, я вам продемонстрировал возможности для стрижки волос Philips 7000 серии, а именно 7650. Для стрижки волос с тремя насадками дополнительно можно еще осуществлять стрижку бороды. Размер оставляемых волос от 0,5 до 28 мм. Если вы используете насадки, идут от 2 мм до 28, ну а если без насадки, это уже 0,5 мм. В комплекте есть парикмахерский набор, благодаря которому вы можете осуществлять стрижку и прекрасно все это выполнять. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.